Леса красивые, но нам туда не надо. Там грибов нет, наверное. Мы туда не ходим. Примерно сюда. Нет, но здесь тропинка есть. И дальше красивый лес. Вот такой вот он красивый лес. Здесь рядовки растут, маховики. Ну, все растет, что? Что только растет. Пойду посмотрю, что-то там есть. Вот они как растут снизу. Вот такие вот. Вот это желтая дикогаля. А вот это вот муравей. Это муравей. А тут желтая дикогаля. Не передать ее цвет. Она на самом деле красная. Но сейчас сумрачно, кругленькая. Свои поганки мы заканчиваем снимать. Ой, сегодня холодно, 7 градусов плюс. Сложная белая рядовка. А она по запаху отличается. Вот она. Запах очень невкусный. Значит, ее брать нельзя. Белая, чисто белая. Плохая рядовка. Несъедобная. Вон там еще такая же самая. Ну, не думаю, что это петушок, а я думаю, что это ложная рядовка. Но все-таки проверим. Груздик нашла, это уже дело. Мне не нравятся такие груздики. О, хорош. Зонтик мне очень даже нужен. Зонтик я очень люблю, если он хороший, то мне просто повезло. Зонтик супер. Некоторые даже ножки берут, бросают их в суп для навара. Сушат даже их, а потом связывают ниточкой и бросают суп. Ножки деревянные становятся, их выбрасывают. Но я не беру ножки. Хоть бы эти забрать бы все. Так, ну все. Дымки попались. Дымки растут. Уже растут. Сейчас самая их пора. Еще и синих бы найти бы, рядовок бы, фиолетовых. Это было бы супер. А дождь пошел. Но что-нибудь найдем. Это вполне съедобные грибы. Они вместе с рядовками, с дымкой, очень даже неплохие. И они даже очень, свойства у них лучше, чем у дымок. Они полезные очень грибы эти. У них больше всяких, больше, короче, пользы в них, чем в этих дымок. Хотя синяя рядовка фиолетовая, в ней больше всего пользы. Это их самая любимая пора. Ты у меня там, по-моему, вон хороший гриб я вижу. Где? Вот, вот, вот я его вижу, вот он. Это? Да, это я что? Видел. Видел ты его? Ну-ка, с ножкой отрежь, это, наверное, синяя. Вот это съедобные грибы. Говорушка анисовая. Даже на расстоянии она пахнет анисом. Запах у нее такой душистый, хороший. Тебя я беру с удовольствием. Говорушка такая перевернутая. Вместе с другими грибами тоже хорошо. Забыла, как называется, но это красота. Очень красивый гриб. Но это несъедобно. Красивый. Яркий. А мухомору что-то не видно сегодня. В этом лесу они редкость. Здесь лесоповал небольшой.